Ольга, а не поможете попасть на проект? Я же с удовольствием, как я могу помочь? Что от меня зависит? Очень многое зависит. Ну, поспособствовать. Ну, сейчас прям вместе заходим. Вы меня защищаете от охраны. Вы же знаете, что вас охрана не пустит, потому что вы... Ну, а вы что, не главное, что ли? Нет. Я наемный рабочий. А кто дал указание? А? Кто вам дал указание не пускать меня? Мне? Мне никто не дал. Там ну, давайте есть. Зайдем. Ну и что? Вот, давайте проверим, а? Давайте. То есть вы готовы меня защитить, да? Я на вас и не нападаю, чтобы не вас. Не, я в плане того, что охрана. У нас же есть служба кастинга. Вы зачем находите? У нас есть служба кастинга. А служба кастинга ничего не отвечает. Вот в чем вопрос. Если вы хотите, пожалуйста, идите через службу кастинга. Вас как зовут? Меня через... Сергей. Сережа, а вы что, не знаете? Нет, я вас знаю, но я не знаю, может, не знакомились никогда. Но... по возрасту, вы понимаете, что... А мне не важно. Не я по возрасту не... уже не проект, вы участники. Я не хочу участвовать, я хочу на ток-шоу пройти. Зачем? Зачем вам это надо? Не знаю. Вам зачем это надо, не пускать меня? Мне лично не надо. У меня к вам нет никакого негативного отношения. Нету, да? Ну, а в чем тогда? Да я не знаю. Вы меня постоянно там пытаетесь в соцсетях каким-то там... Да. Потому что вы не способствуете. Нет, а ну что я, как прямо? Я человек маленький, наемный. А я с Ольгой Орловой, можно пройти? Серег, а? Давай. Ольга, вот видите, давай, блин. Мы с тобой, территория здесь наша. А, вот ты главнее Ольга Ольги Орловой, да? Да. Ну ладно.